Цитирую. Минэкономики представила отчет по просроченным зарплатам на предприятиях края. На данный момент задолженность сократилась на 162 миллиона рублей. Это существенная, но всего лишь часть от накопившихся долгов предприятий, поэтому работу с должниками будут проводить дальше и жестко. Тему задержек зарплат в коммерческих организациях поднимал неделю назад на краевом совещании. То, что выплаты уже пошли, внушает оптимизм. Конец цитаты. По данным трудовой инспекции, общий долг компании перед своими сотрудниками на Кубани составляет почти 500 миллионов рублей. Вся сумма числится за коммерческими предприятиями. Для помощи людям, попавшим в зарплатный капкан, в регионе создадут государственное юридическое бюро. На недавнем совещании по задержкам заработных плат губернатор обозначил, что это бюро будет работать бесплатно.